Сегодня мы с вами готовим безалкогольный глинтвейн на вишневом соке с добавлением апельсина, розмарина и специй, которые туда входят. Такие как корица, гвоздика и бадьян. Сначала прогреваем сок в сотейнике. Его нужно хорошенько прокипятить. Глинтвейн невозможно приготовить без добавления специй. Пряности влияют не только на вкусовые качества напитка. Например, гвоздика и корица в своем составе содержат полезные вещества, которые оказывают положительное действие на здоровье. Их нужно хорошо прогреть, так аромат полностью раскроется. Добавляем специи в сок. На очереди мед. Он поможет урегулировать кислоту напитка. Нужно всего пару ложек. Вот наш глинтвейн уже начинает закипать. Мы его немного помешиваем, чтобы все специи окунулись в сок и чтобы растворился наш мед. Настало время цитрусовых. Апельсин лучше предварительно обдать кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь. Режем произвольно, либо кружочками, либо полукольцами и добавляем. Подавать напиток стоит всегда горячим, в посуде, которая долго держит тепло. Например, в айриш-бокале. Дабы еще больше раскрыть наш аромат глинтвейна, мы добавим туда веточку розмарина. Украсим мы его долькой апельсина с тростниковым сахаром. И карамелизуем апельсин огнем. И раскрывается розмарин у нас. Ваш глинтвейн готов. Спасибо большое. Напиток, который согреет в холодный день, поможет сделать вечер уютным и теплым, а еще защитит от простуды. Ксения Баканова, Константин Головин. События.